На улице Верхнепортовой столкнулись два автомобиля. Водители спорят о вине. Молодость и опыт встретились в районе Эгершельда на Казанском мосту. Водитель Toyota Estima двигался в сторону порта. Молодой человек на Nissan Match ехал следом. Мужчина за рулем минивэна не ожидал, что в достаточно спокойном автомобильном потоке его оппонент постучится в заднюю левую часть авто. По главной дороге в правом ряду ехал. Повернул на мост. Вот в этом месте услышал удар. Да, сначала гудок, потом удар. Неожиданно несколько метров еще прокатился, остановился, все. По Европротоколу, я так понимаю, вы не расходитесь по нескольким причинам, да? У него нет страховки, нет Европротокола. Какой может быть Европротокол? А по вине что решили, кто прав, кто виноват? Он говорит, что я его как бы подрезал. Можете посмотреть, как бы я мог его подрезать, когда расстояние от места, вот он стоит, до этого самого. Я бы на бордюре здесь висел, если бы я кого-то подрезал. Машина влазит ваша, да? Вот, конечно, конечно. Здесь две полосы, спокойно машины идут. Тем более, что я шел за машиной, красный этот Prius, которая шла в левой полосе, он чуть-чуть впереди, я чуть-чуть сзади. Все, я повернул вместе с ним и получил вот этот вот удар. Водитель Nissan Match свою вину отрицал. Молодой человек был уверен, что оппонент его подрезал. Водители спорили о вине, и никто не хотел уступать. На место вызвали сотрудников полиции. Стражи правопорядка запросили камеры видеонаблюдения, после которых ситуация стала ясна. У водителя Nissan Match, чью вину установили сотрудники полиции, нет страхового полиса, так что ущерб придется взыскивать через суд.